К другим темам. Гастрономический туризм набирает все большую популярность. Тверская область не исключение. У нас тоже растет число аграриев, которые готовы проводить экскурсии с дегустациями на своих фермах. Как это все поставить на профессиональную основу, рассказывает в ходе программы «Основы развития сельского туризма», которая стартовала в понедельник. Программа повышения квалификации в развитии сельского туризма проводится совместно Тверским институтом переподготовки и повышения квалификации кадров АПК и центром «Мой бизнес». Для участия в ней записались около 40 человек. Это фермеры, это предприниматели сферы туризма в принципе для повышения навыка именно в гастротуризме. В пандемийные годы, когда турпотоки были сориентированы на внутренний туризм, да, действительно, агротуризм получил мощное развитие. И малые формы хозяйствования, это и КФХ, и ЛПХ, они почувствовали, что это может быть дополнительным источником дохода. Среди тех, кто намерен извлекать дополнительный доход, и Татьяна Жилина. Вместе со своим мужем она держит пасеку. Теперь они решили, что пчелы могут приносить прибыль не только за счет продажи меда. Мы в этом году построили туристический объект, который называется «Апидомик» или «Сон на пчелах». Что это за объект? «Сон на пчелах». То есть это специальный такой домик, в котором можно прийти и спать. Там находятся лежаки, под которыми живут пчелы. В ходе программы перед фермерами и предпринимателями выступают их же коллеги, рестораторы, представители областного Минтуризма и даже Центробанка, в котором призывают максимально внедрять систему быстрых платежей. Это не только удобно в плане быстрых расчетов с клиентами, но здесь есть и другие преимущества. До 31 декабря 2022 года все комиссии, которые брались по платам через платежную систему, через СБП, они возвращаются в полном объеме из бюджета Российской Федерации. Одними лекциями в центре «Мой бизнес» программа не ограничится. Ее участников ждут еще и выездные мероприятия на фермы, где можно будет вживую посмотреть на успешные примеры гастрономической туристической смычки города с деревней.